Как вы себя чувствуете, Ирина, сейчас? Отлично чувствую деток, хочу почистить. Да, сейчас начнем доставать ваших деток по одному. Хорошо, вы остаетесь здесь, Вера сейчас сходит и поднимет Веронику. И Вера, я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2007 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Вероника выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе присутствуют чужеродные копии, голограммы, подключки, артефакты, растяжки, все это становится видимым и выходит, становится рядом с ней. На ней есть растяжки, она вышла, тонкая копия. Отлично. Защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Веронику в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Вероники поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Веронику. Вероника идет к маме. И мы интересуемся, готова ли Вероника к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Мама отвечает. Она говорит, я Вероника. Я Вероника сказала. Вероника. Прошу прощения. Вероника. Да, мама согласна. Я просто в Германии живу, а здесь Вероника говорят. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой ложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Вероники. Находит все. Она говорит, мне нравится, как ты говоришь, Вероника. Хорошо. Это необычное произношение моего имени. У меня сразу пошел канал к этому гуманоиду. Да. Есть у нее бес. И спрут. И спрут. Спрут, ты пришел с гуманоидом? Нет. Ты с ним заключал договоры? Контракты? Нет, это не отдельно. Понятно. Как долго находился бес в биополе, считая его герцовку над головой? Восьмерка. Восьмерка. Итак, бес, как долго ты находился в биополе? 3 года. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 2. Где вы находитесь, вы знаете. Сейчас начнется реверс энергии. Кто будет мешать, буду наказывать сразу. Если кто-то будет обманывать, буду наказывать сразу. Если кто-то проверку не пройдет, он сгорит в этой клетке тюрьме. Такое уже случалось. Поэтому относитесь серьезно к тому, что я вам говорю. И я даю команду тонкой копии Вероники спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным пациентам. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Кому что идет? Ну, к спруту возвращается белая плотная энергия. К гуманоиду такое металлическое какое-то. Но у нее растяжки внутри металлические стоят по всему телу. Гуманоида, да? Кто растяжки поставил? Да. Гуманоид. Хорошо. Гуманоид, ты знаешь, что такое над ребенком ставят такие растяжки, а? Ты знаешь, что это такое? Я тебе сегодня дырку в тебе проделаю, в твоей башке. За детей. Я синхронизировался таким образом. Да, хорошо. Я сегодня синхронизируюсь с тобой. Посмотрим, что от тебя останется. Вот же паразиты. К взрослому зашли, то одно дело, но к ребенку. Мерзостные сущности. Может быть, у нее душа взрослее, чем... Да, я говорю, у всех взрослая душа. Но не все могут противостоять вот таким сущностям, как ты. Да, и 10 лет. Вот тогда она сможет тебе противостоять. А сейчас ты выбрал слабого и показал свое превосходство. А сегодня я тебе покажу свое превосходство над тобой. Реверс закончился.
Отлично, хорошо. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Вероника забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Вероника себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И я даю команду, включая внутренний свет, белый свет Вероники. И все, что установлено на чистоте гуманоида, выходит, отключается полностью до последнего микрона, до последнего чипа и зависает в воздухе. Перед Вероникой. Реверс усиливается в 50 раз. Вышла эта конструкция? Она отключается полностью. У нее голова, плечи, руки. Угу, понятно. Она, знаешь, как говорят, солнечное сплетение. Вот она напоминает такой какой-то вид. Вот эти подключки везде абсолютно, они по всему телу. Хорошо. Вы не вышли? Все вышло. И я выстраиваю от Вероники канал к этим подключкам. 1, 2, 3. Пошел реверс назад, своих энергий по праву. Все назад забираем. Что возвращается, Вера? Уверенность, смелость. Вот. Часть ее какая-то возвращается. Угу. Биоматериал. Отлично. И часть души возвращается. И часть души возвращается. Из этих сплетений, да, свет идет. Ну все, гуманоид, ты сегодня себе уже тут на несколько столетий вперед наговорил, наделал. Все, это сплетение, оно как потухло. Отлично, все. Реверс закончился? Да. Отлично. И эта конструкция, эти растяжки на счет 3 устанавливаются в гуманоида. Не может снять. 1, 2, 3. Да, будет так, а так есть. И включаю их на полную мощность. Пошел отток энергии до 80%. Ну и вот как током бьет, он кричит, что он не рассчитан на такие перегрузки. Отлично. Еще 100 тысяч герц удар гуманоид получает. Удар пошел. А ребенок рассчитан на твои нагрузки, паразит? Включая растяжки наполовину мощности. Ну, он просит выключить. Договариваться хочет. Не будешь ты со мной договариваться. Ты уже наговорил сегодня много. Ты в ребенка вошел. Я тебе свое мнение еще сегодня покажу. Так, бес быстро вышел, вытащил все, что ты оставил в ребенке. Сколько ты находился? 3 года, да? Как ты воздействовал на ребенка, бес? Но он как капризы показывает, визги. Где ты подключился к ней? В школе. И как ты будешь поступать, если ты еще раз увидишь Веронику в школе? Он ее скованность показывает, она какая-то скованная. Ну а что же ей не быть скованной из-за такого воздействия гуманоида? Сколько гуманоид находился в ее биополе, считай информацию? 7 лет. 7 лет. Как же ты не будешь скованным, бес, а? Ну, бес говорит, он ничего такого не делал, это не он. Да? А может, ты все-таки что-то делал, бес? А может, я сейчас увижу, что ты сделал? Появляется экран перед клеткой беса. 1, 2, 3. И давай посмотрим, как бес на нее воздействовал, Вера. Ну, он одешлял, у него на ногах стоят такие высокие. Угу. Они высокие, а подошвы высокие. И это ты ничего не делал, бес? Я тебе сейчас по 500 килограмм на каждую ногу одену. И оленьи рога поставлю. И посмотрю, и скажу, что я ничего не делал. С рук снимает веревки. Он убрался. Спрут, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Отключайся полностью. Как ты воздействовал на ребенка? Отток энергии у него. Какой энергии? Фиолетовая? На затылке он у нее сидит. Синий и фиолетовый. Третий знания. Глаз и макушка и знания. Обучение. Уставала она. Спрут, ты что творишь вообще такое? Ты не даешь вообще ребенку развиваться. Ты знаешь, тебе ответственность за эти действия предстоит перед тобой? Тебе предстоит отвечать за то, что ты сделал.
Вкусная энергия, он говорит. Отлично, хорошо. Я тебе сейчас открою вкусное галактическое ядро. Это неиссякаемый поток энергии школы, особенно когда идут экзамены. Дети на взводе постоянно учатся и тратят свою энергию. И вот эта энергия вкусная. И доставляет тебе удовольствие, да? Только мне, да, мне в том числе. Все снял. А мне доставляет удовольствие наказывать таких, как ты, спрут. Что мне может помешать тебя скинуть в галактическое ядро, если мне сейчас Вероника скажет от вас всех избавиться? Она хозяйка своих энергий, своего биополя. Что вы будете делать? Ты так не сделаешь. Я исполняю приказы. Если Вероника мне скажет это сделать, я это сделаю. Это ее биополе, она в ней хозяйка. На спорт все убрал, да, Вера? Все убрал. Я даю команду на рассинхронизацию Вероники. Значение 100%. Готово. Все рассинхронизировались. Подхожу к Веронике, кладу руки на плечи, помогая ей моей энергии. Сделать импульс высоковибрационного шокового удара на счет 3 и сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро, эти каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так, даю команду сканеру на контрольную проверку. Сканер сканирует все 7 тонких тел Вероники. Находит все. Малейшие частицы выпариваются прямо на месте. Зеленый. Отлично, хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, я приветствую тебя. Загляни, пожалуйста, у меня здесь гуманоид. 7 лет сидел в ребенке. Растяжки установил, я его сейчас в эти растяжки поставил. Вот, и посмотри на этого спрута. Это, по-моему, мелкий паразит, но гуманоид действительно перешел все границы, он сидел в матери. Сейчас мы из ребенка вытащили, у меня еще 2 ребенка впереди, я не знаю, есть ли у них подключки гуманоида. Может, еще рано его забирать? Гуманоида заберем, остальных отпускай. Хорошо. Они забрали его, отделили это устройство. Хорошо, устройство в комнате? Нет, или забрали тоже. Забрали, хорошо, отлично. Так, Бес, я тебе надо повторять о том, что тебе не стоит никогда больше пытаться кому-то подойти к членам этой семьи, к этому ребенку? Нет, я все понял. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, спрут, это первое и последнее предупреждение. Если ты второй раз попадешься, а мы будем проверять этого ребенка и всех членов семьи, я тебя только в галактическое ядро отправлю. Я больше так не буду. Смотри, я проверю. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Вероника, как ты сейчас себя чувствуешь? Легко чувствую. Отлично. Сейчас мы по частотам пройдемся и дальше заправим тебя энергиями. И пошли по частотам. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Вероника, как ты себя чувствуешь сейчас? Ну, интересно. Хорошо. Много будем энергии. Ну, вот так и должно быть. Мама тебя должна заправлять энергиями и помогать тебе выставлять защиту на будущее. Хорошо. Будем возвращать тебя назад и будем поднимать брата и сестричку. Есть. Отлично. Хорошо. Сейчас у нас на очереди Ариана. И я прошу тебя, Вера, в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2013-го, воплощенную на Земле. 1, 2, 3.
произошла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Ариана выходит из своего биоробота, становится рядом. Она вышла. Защищаем физический биоробот Арианы защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Ариану в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Арианы поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. На месте. Мы приветствуем Ариану. Ариана идет к маме. И интересуемся, готова ли Ариана к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Маме доверит. Отлично. Мама доверила? Да. Хорошо, я даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Арианы под ногами. Все семь тонких тел Арианы находит все. У меня два канала. Арахноид. Да. И черт. Считаю черта герцовку. Черка. Черт, а что ты делаешь в биополе ребенка, а? Играю. Играешь? 50 тысяч герц удар. Ты что делаешь? Что я тебя сожгу сейчас, паразит. Ты зашел моя в биополе ребенка. Моя шкурку подпортил. Я тебе сейчас дам 100 тысяч герц. И сделаю оленьи рога. Ты не понимаешь, куда ты попал, паразит? Куда? Увидишь сегодня. Сколько ты находился в биополе ребенка? Год находился. Где произошла подключка? В доме произошла. Портал. Вера, мы чистили дома? Ты не помнишь? Чистили. Когда мы чистили дом, он уже находился в ребенке, да? Да, он год в ребенке. Понятно. И тебе не мешало в доме находиться? Защита? Мешала. А ты не выходил, да? Нет. Кому ты еще подключен в этой семье? Никому. Арахноид, здесь как... хорошо. Было, пока мы не пришли. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 5 лет. 5 лет. Где подключка произошла? В школе или в доме? Он с кого-то перешел. С какого-то взрослого он пришел. Со взрослого перешел. Как ты воздействовал на ребенка, арахноид? Но он показывает, как он сидит. Ну какие энергии ты у него высасывал? Как она себя чувствовала после этого? Что у нее, голова болела, мигрень была? Что у нее было? Но он идет информация от него, что он не допускал, чтобы она без энергии оставалась. Вообще болела голова у нее. Переутомление у него. Это твоя работа была, переутомление? Да. И почему ты думаешь, арахноид, тебе это пройдет сегодня безнаказанно? Я всю боль сейчас тебе за минуту отдам, которую ребенок получил от тебя за 5 лет. Но он сидит глазами, хлопает. Ничего. Да, хлопает, понятно, хорошо, посмотрим сегодня. Я даю команду тонкой копии Арианы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные патогенные энергии в ее биополе. Каналы выстраиваются, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ариане, энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается к ним назад. Кому что идет? Но чернота возвращается к арахноиду и к черту красно-черной, такие энергии. Хорошо. Готово. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Ариана забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Ариана себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Готово. И по этим же каналам даю команду Ариане в течение 1 минуты вернуть всю боль, которую она получила от арахноида,
и всю боль, которую она получила от черта. На счет три. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Пошел возврат энергии. Возврат боли. Все назад. Пусть они прочувствуют, Ариана. Верни им всю свою боль назад. Она говорит, я не знала, что это из-за них. Это из-за них, Ариана. Если энергии не хватает, я подхожу и помогаю ей моей энергии сделать этот реверс боли. Она говорит, я думала, что это человеческий фактор. К сожалению, нет. С людьми можно общаться, а с ними нет. Но вот этого черта его как ломает изнутри. Отлично. Усиливаю. 100 раз усиливаю потоки. Все назад. Все возвращаем. Арахноид дышит через раз. Готово. Отлично. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Все, что установил арахноид на его частоте, выходит безболезненно из биополя Арианы до числового значения 100%. Сканер сканирует и помогает выдавить, вытаскивает все его иглы, которые есть. Все это формируется в шар вместе с его энергиями. Пошел процесс. Ну, как толстые эти иголки выходят из них. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, этот шар улетает на переработку. 1, 2, 3. Черт вышел, собрал все, что ты оставил в биополе ребенка, и вернулся в клетку. Приступай. Готово. Хорошо. Так, включаю еще раз Ариане внутренний белый свет. 1, 2, 3. Ариана выдавливает из себя все негативные остаточные энергии, которые еще остались на частотах черта. 1, 2, 3. Все негативное и патогенное выходит и формируется в шар. Вместе с ее собственными негативными энергиями. Небольшой шар вышел. Открывается портал в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Подхожу к Ариане, кладу руки на плечи и помогаю импульсом высокой вибрационной энергии сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так. Ариана чистая. Арахноид и черт, если я еще один раз вас замечу в биополе этого ребенка, вы никуда не уйдете уже. Вам это понятно? Не все очень поняли, хорошо. Хорошо, черт, готов уходить? Да. Открывается внизу портал на чистоте черта. 1, 2, 3. Черт забирает все, что с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Арахной, тебе все понятно? Все понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. И он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, давай пройдемся по частотам, переходим на частоту магического воздействия. Усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ариана, как ты себя чувствуешь? Необычно, вибрирует внутри все. Так и должно быть. Сейчас никто к тебе не подселится. Мама тебя будет дальше защищать своей защитой. Буду тебя возвращать назад в твой биоробот. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Арианы к системе биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Да, на месте. Отлично. Хорошо. У нас остался еще Матвей. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2013 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Не нашла Матвея. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Матвея в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Матвея поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Тяжелый какой. И делаем квантовый скачок. 1, 2, 3. Ты в комнате диагностики.
Да, мы здесь. И сила моего намерения вытаскивает красного дракона, швыряя в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Клетки. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Дракон получает удар 100 тысяч герц. Пошел удар. Не понимает, с кем он борется. По клетке прыгает. Удары получает. Отлично. Уменьшает дракона в 2 раза. Замер в клетке. Считает цифры над головой красного дракона. 1027. 1027. Ты зашел к ребенку. Он замер. Он может двигаться и отвечать. Ты зашел к ребенку. 1027. Тебе клеймо пора уже ставить на тебе. Паразит. Он отвечает или нет? Ну, зашел к ребенку, да, он отвечает. И что? И для тебя это нормально считается, да? Энергия, не везде есть энергия. Отлично. 100 тысяч герц удар дракону. Пошел удар. Говорит, я же не пью кровь. Удар. Ты сегодня уйдешь в галактическое ядро, дракон. Все. Я сегодня посмотрю, сколько ты вреда причинил. Что это не тебе решать. Влад, дай ему удар на чистоте дракона лазером. Положи его на пол. Удар. Осторожно, ты можешь Открывается поток любви абсолютно. Открывается поток любви абсолютно. Над его клеткой заливает. Его клетку полностью этим светом. Да, будет так, а так и есть. На полу. Отлично, выключай свет. Хорошо, поехали дальше. Мы приветствуем Матвея, интересуемся, готов ли он к диагностике, к чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса, спрашиваем маму. Матвей смотрит по сторонам, все оглядывает, мама разрешает. Матвей, нравится тебе у нас? Он говорит, что я не понял, где я. Ты находишься в специальной комнате, где мы вытаскиваем паразитов, которые сидят в людях. Вот этот дракон, который лежит в клетке, он сидел в тебе. Сейчас мы вытащим всех остальных паразитов, которые находились в тебе, и из-за которых ты страдал, из-за которых ты нервничал, и, возможно, из-за которых ты нападал на свою сестру. Мы это все сейчас будем разбираться. Ну, интересно, разбирайтесь. Я даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Матвея, под ногами. И становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Матвея, находит все. У него бес с воронкой в ногах. Считай герцовку беса. 7. И красный дракон, все. 2 канала, да? Да. Бес, зачем ты к ребенку зашел? Воронкой подцепился своей, так и остался. Как долго ты сидел в его биополе? 6 месяцев. Ты был ответственен за то, что он постоянно ругался с сестрой и скандалил? Ну, я не ответственен. Я не возьму на себя такую ответственность. Но мне это нравилось. Ты хочешь сказать, что ты вообще не при делах? Я здесь всего 6 месяцев. А это ревность у него всегда. Хорошо. Ты усиливал что? Именно, конкретно, что ты усиливал, какие чувства? Каприз, страх, ревность. Угу, хорошо. Ты готов принять всю боль назад от него, которую он получил от тебя? Угу. За 6 месяцев? Да, боль. Ты причинил ему? Хорошо, посмотрим, как ты ее получишь. Переходим к реверсу. Я даю команду тонкой копии. Матвей спроецирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что он мог получить, от них возвращается к ним. Ну, к дракону возвращается. Да, что он воровал, давай посмотрим, что он давал. Грязь давал. Угу. Красный. Отлично. Дракон, твои шансы все хуже и хуже становятся. Реверс закончился. Реверс закончился. Хорошо, установили фильтр золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Матвей забирает всю чистую светлую божественную энергию. 1, 2, 3.
это выходит и зависает в воздухе перед Матвеем. Реверс продолжается. Эмоциональные чувства дракон у него забирал. Наслаждался он ими. Хорошо. Дракон встал уже или еще лежит? Лежит. Дракон встал. 1, 2, 3. Встал. И стой. Плата вышла. Плата вышла. И выстраивай канал к плате. 1, 2, 3. И реверсом забираю из этой платы. Дракон. 1, 2, 3. Что возвращается? Знаешь, идут картинки какие-то. Возвращается радость ему. Эмоции, он с каким-то мячом, типа волейбольного. Спорт ему приносит радость. Это все воровал этот красный, хочешь, паразитарная цивилизация. Закончился реверс. Хорошо. Что вернулось, Вера, от этого, от плат? Ну, вот эти эмоции вернулись, радость. Ага, все, что перечислила. Хорошо. Я даю команду, бес выходит. Снимает все, что она ставила в биополе ребенка. Отключается, возвращается в клетку. А он ничего не оставил. Он в воронке был, и этой воронкой забирал у него. Хорошо, воронка уходит в соседнюю клетку. 1, 2, 3. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Она ушла на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Я даю команду. На счет 3 Матвей отдает всю боль в течение 1 минуты, которую он получил от красного дракона и от беса. 1, 2, 3. Пошел поток назад боли, который получил Матвей. Матвей, отдавая всю свою боль, помогая Матвею своей энергией выдавить всю эту боль и возвращая ему к ним. Пошел процесс за 1 минуту. Его ноги болели. Все назад. И у тех, кто послал эту боль, болят ноги. В этих же их местах возвращается все назад. Ноги растут, поэтому болят. Готово. Отлично, хорошо, все. Так, даю команду скенеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чистый. Хорошо, подхожу к Матвею, кладу руки на плечи, помогая моей энергией отстегнуть и сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Отлетают все каналы, открывается портал в галактическое ядро, канал выходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Хорошо, бес, если ты еще раз, я тебя встречу, я тебя накажу по-настоящему. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается внизу, надеюсь, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. Внизу, и он уходит на свою частоту. Забирает все, что с собой принес, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Есть. Возвращает дракон его первозданный размер. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти на связь. Слушаю. Посмотри, пожалуйста, опять-таки, воздействие на ребенка. Дракон 1027. Очень много отсасывал. Очень много забирал. Как ты скажешь? Пускай. Это задача. Хорошо. Мама, не допускать подселенцев. Хорошо, благодарю тебя. Хорошо, дракон, повезло тебе сегодня. Если же я тебя второй раз встречу в этом биополе ребенка или в его братьях, сестрах и так далее, я тебя накажу. И причем так накажу, что ты никогда этого не забудешь. Тебе это понятно сейчас? Слово дракона, да, я не приду больше. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Под платами открывается портал в галактическое ядро. Платы уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Матвей, как ты себя чувствуешь? Пока не понял. Мы из тебя убрали всех паразитов, которые в тебе сидели, которые мешали тебе, из-за которых ты нервничал и постоянно ругался со своей сестрой. Поэтому я прошу тебя больше не скандалить со своей сестрой, у тебя больше нет оснований. Будь хорошим братом своим сестрам. Попробуй. У тебя это получится, и ты будешь хорошим человеком. Хорошо, буду возвращать тебя назад в биоробот. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Матвея в систему биоробот-душа.
заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте. Отлично. Ирину, сейчас будем возвращать. Ирина, как вы себя чувствуете? Все нормально? Хорошо, отлично чувствую. Замечательно. Не забывайте ставить защиту своим детям. Вы слышали, что интерференты сказали. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ирины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте.